Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Финансовые везунчики 2024 года. Кто разбогатеет из знаков зодиака в год дракона? Узнаете в этом видео. Каждый год обозначает своих любимчиков, которым обязательно повезет в финансовых делах. В 2024 году вступает во власть деревянный зеленый дракон. Что следует ожидать от этого года и кому из знаков зодиака повезет больше других в финансовых делах? Овны. В начале 2024 года представителям нужно приготовиться к переменам в материальном плане. Им даже придется сменить свой род деятельности, и чем быстрее они начнут искать финансовые решения, тем активнее у них получится получить прибыль, и она у них пойдет на новые идеи. Телец. Знаком можно приготовиться к стабильному финансовому положению. Даже если не свалится на их голову мана небесная, то им получится избежать финансового разорения. Весной появится выгодный проект, в который можно смело вложить свои инвестиции. Но звезды рекомендуют слушать природную интуицию, иначе за искушением наступит пара черной полосы. Близнецы. Год 24 представляет для знаков хорошие перспективы. Все финансовые сделки будут заключаться с первого раза. Но чтобы всегда быть выигрышным, представителям желательно расширять свои масштабы, и тогда можно получить максимум выгоды от собственных действий. Звезды обещают, что к концу года представители смогут приумножить накопленное состояние. Раки. И их материальное положение приобретет прочную основу, и все их действия будут работать на перспективу. К осеннему периоду знакам удастся скопить хорошее накопление. Дополнительный доход они получат из своих вкладов. Также в их жизни придет приятный бонус. Он будет заключаться в получении наследства или хорошего выигрыша. Лев. Благодаря своему труду эти представители разбогатеют уже к середине 2024 года. Для этого им нужно принять важное решение, и тогда удача будет сопутствовать весь год. Если рисковать, то только с умом. А когда представители выберут правильную стратегию, у них получится сорвать мощный куш. Дева. В 2024 году им лучше не рисковать и не принимать важные финансовые решения. Также стоит избегать инвестиций и кредитов. Этот год не подходит для того, чтобы совершать безумные траты. Знакам рекомендуется внимательно следить за своими сбережениями и не совершать крупные покупки. Весы. Представители могут рассчитывать на денежную удачу только во второй половине года. Наступает период, когда все риски будут оправданными. Если у знаков есть лишние деньги, их лучше вложить в недвижимость, и через время все средства принесут серьезную прибыль. Скорпион. В 2024 году финансовая удача к ним повернется лицевой стороной. Это радостное событие произойдет ближе к лету. Возродятся старые проекты и влиятельные спонсоры. А для того, чтобы получить солидные денежные премии, нужно вложить некоторую часть денег в перспективу. Стрелец. Финансовое положение этих знаков поднимается на несколько уровней. Нужно подготовиться к стабильному доходу, который предоставит перспективная работа. В области карьеры намечаются грандиозные перемены, и они сыграют важную роль в построении материального будущего. Козерог. Все события у знака будут происходить с предсказуемым результатом. Им остается только правильно использовать собственное стабильное положение. Для начала необходимо вложить свои средства в выгодные проекты. А когда финансовое состояние стабилизируется, тогда к знакам вернется нужная сумма. Водолей. Год представителей начнется с того, что они поменяют свое место работы. Не исключено, что судьба преподнесет им много возможностей для увеличения доходов. И этими дарами судьбы нужно пользоваться по максимуму. Можно позволить для себя значимые покупки или долгожданный отпуск. Рыбы. А этим представителям финансовая удача сама зайдет в руки, поэтому им предстоит совершать большие денежные манипуляции. Нужно бережно относиться к сбережениям. Если начнутся бесконтрольные траты, то можно докатиться до расточительства. Звезды дают возможность каждому представителю урегулировать свое финансовое положение и разбогатеть. Но насколько они воспользуются этим шансом, все зависит от самих знаков зодиака.